День прошел зря, если я не танцевал. Фридрих Ницше, немецкий мыслитель, филолог, композитор и поэт. Здравствуйте, друзья! Не бывает бессмысленных танцев. Танец отражает важные события, воспроизводит обычаи и традиции, восхваляет человеческую красоту, доброту, смелость и отвагу. Иногда достаточно получать эмоциональное впечатление от танца, не вдаваясь в символику его движений. Поверьте, от этого танец не теряет своей значимости. И сегодня у нас есть возможность познакомиться с доланом, одним из танцев уйгурского народа. Это программа «Танцующий мир». Мы начинаем. Впервые этноним «уйгур» встречается в источниках, датируемых началом нашей эры. Представьте, какая богатая и насыщенная история у этого народа. Его культура формировалась под влиянием быта и основных жизненных процессов. Так, к примеру, старинный народный танец «долан» символизирует охоту древних уйгуров на дикого зверя. Этот танец символизирует танец огня. По окончанию удачной охоты мужчины и женщины начинают танцевать вокруг костра, в кругу. Танцуют по парам. Получается, мужчины и женщины, они соревнуются между собой, кто лучше, кто красивее танцует этот танец. Охота и огонь тесно связаны, ведь раньше невозможно было приготовить пищу, не разведя предварительно костер. Поэтому сравнение танца с огнем не случайно. Движения в долане четкие, резкие, как взметнувшиеся искры, но при этом практически неуловимые, словно языки пламени. Считается, что исполняя этот танец, охотники, как мужчины, так и женщины, могли оттачивать свои профессиональные навыки и приемы. Движения сохранились оригинальными, потому что из поколения в поколение передавались это движение. Папа обучал сына, мать обучала дочку. И также все это передалось нам, несмотря на то, что мы сейчас не занимаемся охотой, но мы также исполняем все эти движения. Долан, как и многие ритуально-обрядовые танцы, исполняется неограниченным количеством людей одновременно. И в этом тоже есть смысл. Соплеменники воодушевляются достижением общей цели. Не секрет, что во время танца поднимается настроение, укрепляется уверенность в себе и собственных силах. Очень важное личностное качество для охотника. И ритм, и сопровождающая танец музыка начинаются с мягких звучаний. Представьте, что вы охотник, поджидающий свою добычу в засаде. Затем темп ускоряется, учащается сердцебиение. Исполнители начинают соревноваться между собой в скорости, быстроте движений. Это уже погоня. И в самый кульминационный момент музыка обрывается. Танцоры останавливаются под возгласы и аплодисменты публики. Танец долан от первой до последней секунды передает характер, настроение и эмоции охотников. Сегодня танец долан исполняют в основном женщины, но они сумели сохранить элементы традиционного костюма. В первую очередь, столь важную тематику огня. Цвет наряда исполнительницы может быть любой, от темно-фиолетового до насыщенного алого, но обязательно наличие вышивки. Чаще всего это объемные языки пламени на подоле платья. Традиционно костюм полностью закрыт. Еще одна дань прошлому – высокий головной убор. Это не только показатель того, что перед вами женщина, но и удобный атрибут при верховой езде и кочевом образе жизни. А теперь время нашей традиционной рубрики «Обучение». Разучить несколько движений танца долан нам поможет руководитель и хореограф танцевального коллектива «Ирада», очаровательная Мадина Сабирукова. Мадина, здравствуйте. Здравствуйте. Научите танцевать? Конечно. Давайте начнем. Давайте. Танец долан. Спинка ровная, осанку взяли. Голову можно повернуть на ручку вверх. Начинаем. И раз, небольшой наклон. Кулачки у нас. Хорошо, еще раз потянулись двумя ручками, ножку назад, носочек потянули и раз. Хорошо, Анара, давайте приступим к следующему движению. Давайте. Посмотрите, ручки собрали вместе, носочек потянули. Угу. Хорошо, хорошо. Правая ручка спускается вниз и раз, отворачиваемся. Хорошо, чем больше наклон, тем движение будет смотреться красивее. Голову отвернули, хорошо. Колено ровное. Ага. Отлично. Еще раз давайте. И раз потянулись. Два. Еще ниже наклонились. Хорошо. Давайте вместе два движения соединим. И раз потянулись. Так, сейчас. Раз. Переходим на левую ножку. Посмотрите, а правая по кругу. Раз получается. Ножку так, ближе, да, ближе да, ножку. Спинку ровно. Отлично. Дальше. Также в этом положении сидим. Ручками спускаем вниз.
переводим в третью позицию, два голову поворачиваем влево, ставим ножку, поставили ручки высокие в третьей позиции, хорошо, собрали ручки и поворот правой ножкой вперед с носочка, хорошо, поворачиваемся, садимся на обе колени, два, спинка ровная, голову вверх, покачались три раза, раз, два, три, хорошо. У вас хорошо получается. Спасибо, очень сложно мне повторить, успеть за вами. Давайте дальше. Четвертое движение получается. Делаем замах. Раз. Правой ножкой шагаем. Ручки вправо. Левую по полу гладим. Пол. Раз. Носочек показали. Кулачки в руках. Ручки собираем. Вперед ножку. Поворот. Поворот. Еще раз. Раз. Шагнули правой ножкой. Ножка левая по полу, раз, носочек, поворот. Хорошо. У вас хорошо получается она? Ну, это все очень сложно, на самом деле. Я вижу, что девушки, я просто удивляюсь, как такая хрупкая девушка, как вы. Прям столько силы у вас, столько мощи вот этой стати. Очень красиво смотрится. Спасибо большое. Надеемся, и вы, дорогие друзья, успели разучить с нами несколько движений удивительно красивого танца «Долан».
Традиционно музыка, сопровождающая этот танец, называется долан мукам. Мукам – это уникальный жанр, ряд произведений, которые принято считать шедевром средневекового уйгурского музыкального искусства. На сегодняшний день сохранилось лишь 12 таких циклов. Долан мукам отличают степной колорит и строгая концепция. А для нас это бесспорное доказательство того, что уйгуры – прекрасные певцы и танцоры. На этом все. Встретимся ровно через неделю в эфире телеканала «Балим Жанимадинет» и продолжим свое путешествие в удивительный и невероятный мир танцев.